Приветище, приветище, это ФНАФ 9, мы продолжаем маленьким мальчиком выживать 24 часа ночью в игровом комплексе, где существуют и живут аниматроники, которые хотят нас поймать, и в том числе вместе с охранницей. Так, значит, у нас появился допуск. Сейчас я покажу, какого уровня карты. 5 уровня, это говорит о том, что мы практически во все двери можем теперь залазить. Все, мы наконец-то попали за пределы игровой студии, игровой площадки. Рокси кричит: выходи. То есть, что мы здесь имеем? Сейчас мы тут обшарим все. Тут наверняка... О, подарочек, пожалуйста. Тут наверняка есть еще какие-нибудь подарочки. Может быть, апгрейды какие-то. Майка с мордой Фредди. Пойдем дальше. Здесь есть... Это что? О, лифт. Нифига. Ничего ж себе. Сейчас я еще сюда загляну. Это у нас кофейная какая-то... О, пекарь! Бот-пекарь! Там подарочек вон... А, это сумка. Это сумка. Сейчас мы ее откроем и почитаем. Лучшие сотрудники. На прошлой неделе Дженкинс забыл заменить освежитель в писсуарах после первого использования. Вчера Эльза пришла на работу слишком рано. А сегодня позорилась я, потому что Лили заказала чикен Альфредо. Я сказала, что у нас в меню нет такого блюда. Ее отец, волосатый как Йети, попросил вызвать менеджера. Я зову Денниса. Деннис спрашивает, почему я не могу просто выполнить заказ. Я говорю, что у нас нет чикен Альфреда. Денис увольняет меня на месте. Но он угодил в свою же яму. Оказывается, что новые боты, так называемые лучшие сотрудники, не умеют готовить чикен Альфреда. Поэтому начальство уволило его за то, что он уволил меня. Сладкая месть. Спасибо, Лили. Вот это забавно. Интересная история. Помимо этой забавной истории, тут может быть подарочек где-то спрятан, нет? Да, сюда не пройти. Все, по всей видимости. А, вот дверка есть. Ага, это мы вышли за стойку кафе, где пиццы раздают. Ну чё, поскольку у нас есть 5-й пропуск, мы можем себе все и вся позволить в этом комплексе. Ну, почти. Большую часть, блин, не пугай меня так, а. Чё-то я совсем Рокси, твою ж налево. Короче, мы идем в гонки. Гонять сейчас будем. Открывайся. Не понял. А чё? Как это здесь ничего нет? Почему тут ремонт идет? Я погонять хотел. Может, все-таки получится? Блин. Тут просто за все возможные конкурсы можно получить какую-нибудь прикольную штуку. Тут написано паркинг. А, точно, мы здесь были. Да, я не мог открыть вот эти ролеты. Но сейчас, наверное, получится. Ну-ка, открывайся. О, да, мы здесь. А здесь склад. Я здесь однозначно был. Ну, что за гнецо? Я думал, я сейчас на гоночках, на картингах погоняю, конечно. Обломали меня вообще по полной. А эта ролета куда нас приведет? А, это мы в фойе вышли. А, слушай, поскольку у нас 5-й пропуск есть, пойдем зайдем к Монти. К Монти, я давно хотел посмотреть, что он там как раскурочил свою комнату. Монти, 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 я в твоей комнате, наконец-то. Здесь есть сумочка, которую надо будет взять, почитать. Да, разгром он тут учинил, конечно, конкретненький. Монтогомер. И что-то тут еще написано непонятно. Топ. А, написано топ. Типа самый лучший. Ну ок. А здесь тоже есть проход. У-у-у. Так, подожди, берем сумку. Проделки Монти. Отчет об ошибках в поведении. Монти снова не явился на шоу на главной сцене. Мы нашли его на том же месте, на мостках над гольфом Монти. То, что случилось в прошлом месяце, не должно повториться. Кто-то закатил мяч с первого удара, после чего водопад мячей сбросил Монти вниз. У него были сломаны обе ноги, поэтому отдел запчастей и обслуживания пришлось работать сверхурочно. Ему ноги поменяли, оказывается. Бедолага, Монти. Что-нибудь еще тут есть? Можно как-нибудь свет включить. У него... О, он в гольф любит играть, смотри-ка. У него тут клюшки есть. Тот бот сломанный, раскурочил его. Или притащил откуда-то. Конфетка. Монти. Подарок вот. Наверное, тут какая-нибудь футболка или брелочек, да? Золотой Фредди? О-о-о, роскошно. Ладно, пойдем в тех комнату зайдем, посмотрим, что у нас здесь. Вроде тут ничего интересного. Лифт. Он работает, интересно? Куда это нас привезет, интересно, лифт? А, скорее всего, в комнату для апгрейда. Кажется, прибыли. С какой стороны откроется?
Ну да, точно, комната апгрейда. Интересно, мы здесь кого-нибудь встретим? Фредди. Фредди, у меня есть для тебя улучшение, но я не знаю, смогу ли я тебя улучшить. Давай попробуем. Не, нифига не могу я улучшить. Обидольки. Несмотря на то, что в комнате Рокси мы не были в тех комнате. Сейчас я туда забегу, уверен, что там что-нибудь есть. Тут мы вроде бы все осмотрели в прошлый раз. Тут ничего нету в тех комнате, что у нас. Также лифт, который спускает в комнату апгрейда. Тут мы были. Мы же выходили отсюда. Ну как я подарок не заметил тогда? Не знаю. Видимо, потому что у меня разрядился Фредди. Майка с четырьмя блоками, окей. Пойдем еще зайдем к Чики. И на этом все с комнатами аниматроников. Странно как-то. Я был в комнате Чики, взял у нее пропуск. А, фонарик садится. Но не взял сумку. Как я это мог упустить? Какая-то чертовщина. Невнимательный я, однако. Про что пишут? Наверное, про Чику. Отчет о поведении Чики. Чип личности Чики всегда был со странностями, однако новый сироп, секретная смесь Монти со вкусом пиццы, вызвал серьезные нарушения в работе ее алгоритмов. Чтобы заполучить сироп, она атаковала посетителей, сотрудников и ботов. Рекомендуется отозвать секретную смесь Монти, пока нам не впаяли судебные иски. Серьезно? Она слетела с катушек. О, кстати, надо подзарядиться, заодно посмотрим, что у нас тут в техкомнате. Давай. Спасибо, Фред. Есть что-нибудь? Подарочки какие-нибудь? По всей видимости, тут не... А, во, как его спрятали, гляди-ка. Сейчас заберем. Маска Чики. К сожалению, маски одевать я не могу. А было бы прикольно. Было бы очень интересно. Все, комнаты мы все осмотрели, все нашли вроде бы. Можно отсюда валить. Увы и ах, в гоночке мы не погоняли. А, кстати, тут и написано, что... Come again soon. Типа, приходи снова позже. Напоминаю, что в прошлый раз мы выиграли бластер, который у меня есть. Вот он, у меня бластер. Стрелять им нужно именно в глаза, в голову. Выиграли мы его в фазер бластере при помощи нашего ваучера золотого. Мы туда смогли пройти и поиграть в эту игру. Мы можем поиграть в гольф и можем Kids Cove. Kids Cove, Cave Cove, не знаю, как правильно прочитать. Это, по-моему, детская бухта. Короче, чтобы в них поиграть, нужен еще один золотой ваучер. Если мы их найдем, то мы сможем поиграть. Если не найдем, то, соответственно, борода. А сейчас мы направляемся с тобой куда? Правильно, к лифту, который мы с тобой в самом начале нашли. О, смотри, сохранение недоступно. Это что? Как? Почему? Мы можем залезть еще вот сюда. Я вот тут не был. Что это за местечко такое? Давай включим. Фонарик садится. Ёпарный. Так, нет, туда не пойду. Когда сверху есть вот эта вот штука, то это значит, что упадет какая-нибудь нечисть мне на башку в виде паука. Стрёмного. Ладно, пойдем фонарик подзарядим. И сейчас спустимся на лифте вниз. Где этот лифт? Вот он, технический лифт. Кстати, надеюсь, что по заданию это именно тот лифт. Тут написано, что использовать... Нет, это не то. Найти погрузочную площадку под кафе на этаже 01. Так что вполне может быть, что это тот самый лифт. А еще что по заданию у нас там есть? Использовать билет на ваучеры, чтобы найти фаст-камеру на территории Гольф-Монти. Вот, нам, кстати, в Гольф-Монти надо обязательно зайти. И вытащить запчасти из других аниматроников. Музло утихло. О, где это мы? Бустер зарядный. B1. Подожди, это мы на каком этаже? Карта. Этаж B1. Карта такая замудренная. Мне вообще точно сюда надо было? Сейчас почитаем, сейчас узнаем. Планерка для всех сотрудников. Напоминание всем сотрудникам. Планерка для всех сотрудников организации состоится в 23:30. Присутствие всех групп обслуживания обязательно. Будет торт. О, кому-то повезло, на торт попал. Вот эти ролеты открываются. Нифига тут разгром. А что тут было? Ты можешь мне сказать? Так, сейчас кто-то тут появится, я в него пульну. Просто пульну. Или никто не появится? В глаза! О, сработало! Ништяк. В прошлые разы я стрелял, и у меня не получалось их остановить, а сейчас вышло. Но он дальше поехал. Вообще, на чуть-чуть их останавливает, этот бластер. Еще сумка. Извещание об увольнении. Внимание сотрудников! Отличные новости. Успешное завершение проекта с ботами означает, что нашим сотрудникам больше не придется работать ночью. Все ночные смены с этого момента упраздняются. Теперь вы сможете проводить больше времени со своими семьями. А, соответственно, и зарплата будет меньше. Потому что вы же не будете работать по ночам.
Вот и зарплата будет меньше. Да. Те, кто топит за роботов, и чтобы роботы заменяли людей, не забывайте, что они заберут рабочие места, и, соответственно, люди не смогут зарабатывать деньги. А роботы, они же могут работать и ночью, и днем. Им пофиг, это железо. Ну ладно, а что это я о грустном? Это в любом случае наше будущее. Блин, спалился. Чиколь, привет. Можно я мимо просто пробегу, вот так вот, вот и все. Тут делать больше нечего, поэтому валим отсюда. Третья комната? Подожди. Давай в троечку зайдем, посмотрим, что. Exit тут. Что? Докс? В доке? Выход в доке? Ой. Тут, по-моему, чисто кафешечная какая-то тема. Можно что-нибудь попить? Томатный. Нифига себе, томаты. Есть красный, фиолетовый и зеленый. Это что за томат такие? Чи? Так, а как ты вышел-то сюда? О, меня кто-то хочет поймать. Мясо. Тоже разное мясо есть. Так. Я не вижу никого. Черт, вообще не понимаю, где я нахожусь, что я тут делаю. Мне тут явно не место. Тут снайпер-то. Чиколь, иди сюда. Я сейчас поджарю твои мозги и дальше пойду. А, подожди, вот же Exit есть. Че я туплю? Чего я туплю? Компьютер какой-то. С кнопкой. Причем. Можно как-то это разбить? Может, бластер поможет? Не, не поможет. Вот дверь. Но ее не открыть. Нужно кнопку нажать. А чтобы ее нажать, нужно разбить. Странно. Наверное, нужен Фредди. Фредди, я могу тебя вызвать? О, привет. А я тебя заряжал, нет? А я в него залезть не могу. По всей видимости, я его не заряжал. О, гляди. Генератор. Нашел какой-то генератор фиолетовый. Задание завершено. Включить генератор, питающий пресс для мусора. Так, а у меня этого задания в принципе не было. Ты его видишь, это задание? Погрузочной площадкой. Пресс для мусора. Я, походу, опередил события, да? Фредди, иди сюда. Беги сюда. Давай зарядимся. Ладно, все, выходим отсюда. Тут что-то пока непонятно. Видимо, мне рано сюда еще идти. Влази. Эй. Я никак с Фредди не могу выйти. Чего закидало? Он же меня сожрет. Когда батарейка сядет. Блин. Подстава, подстав. И на лифте никак не уехать, потому что кнопку не могу нажать своими дурацкими аниматрониковскими пальчиками. Ух. Попадался. Так, так, так. Уборочная. Интересная штука, да? Комната охраны, по всей видимости, и уборочная. Нифига себе, это что тут, прачечная, что ли? А, прачка. Ребята тут моют, стирают. Ничего себе, я не знал, что тут прачка есть. Я вроде думал, что это игровой комплекс. А вы тут чем только не занимаетесь. Вау, вот это мне кидануло. А еще у меня батарейка скоро сядет. И будет конкретно невесело. О, сохранение есть. А как туда попасть? Как туда попасть? Как-то через низ. Вон там лестница есть. Наконец-то я вышел с Фредди. Мне позволили это сделать. Чудеса. Смотри-ка. Вот здесь вот можно оббежать. Опа-на. Это душевая. Для работников. Ну, кстати, да, стирка нужна для работников. И душевая, и переодевалка. Тут вот есть сумка. Идете на корпоративную вечеринку? Мне совсем не прельщивает тусоваться здесь после 14 часов смены. Но я не хочу, чтобы меня уволили за неявку. Вот так вот. Тут довольно строгое руководство было. Или есть. Ладно, и снова пришел к этой вентиляции. Давай посмотрим, куда нас приведет. Пойдем. Так, нет, пока не бежим. Копим выносливость. Потому что за нами сейчас побежит аниматричный, если его можно так назвать, паучок. Злобный, страшный паучок. Я уже слышу музыку эту злобную, хоть она и радостная. Кстати, пока за нами никто не бежит, на удивление. Прямо обалдеть. А, он вот здесь вот может упасть. Вот здесь. Да, здесь может упасть. Черт подери. Это ты. Побежали, 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 побежали. Так, а куда это мы вышли? Он здесь остановится? Нет, он за мной бежит. Я могу по тебе пострелять? А ему пофиг, по-моему. Ему пофиг. Хоть ты застреляйся. Ладно, запрыгиваем сюда.
Косорылый пацан не может нормально запрыгнуть в шахту. Я снова бегу от этого паукаста. Так, пока он там. Опа, залезли. А в другую сторону не было? Не было прохода. Давай. Не тормози, надо... Ну же! Блин, надо ебал нажать, чтобы он скатился. О, нифига себе. Это куда это мы спускаемся так? Бабух, упали. Канистра с Фредди. Где это мы? Так, пожалуй, стоит сохраниться. Я Фредди сюда могу позвать? Я как бы могу его, наверное, по... Не, сюда не могу. Фонарик заряжать не буду. Туалет есть. Что это за помещение? Где я нахожусь вообще? Карта. Так, стоп. Это я в подвальном помещении. Этаж подвала 1. То есть я попал сюда же, но через шахту. Блин, я думал, эта шахта приведет куда-то в другое место. Ух ты, нифига себе. Это... Что за провода воткнуты здесь и... Смотри, красные вот эти вот значки, это говорит о том, что компьютер заражен. Здесь явно что-то кто-то напортачил. Давай подарок заберем. Фаш, шипучка Фредди. Ух! Ладненько, пойдем, выходим отсюда. Здесь какие-то цистерны. Похоже на завод пивоварни. Где... Хмель... Да почему я не попал в тебя, а? Ну почему? Вообще пофиг ему. Ладно, пробегаем. Так, а за мной никто не... О, привет, Чикуль. Получай. А здесь ничего не спрятано, случайно? Что-нибудь важное, нужное? Грегори, кричи, Чика. Что тебе, Чика, нужно? Отстань. Отстань, говорю. Так, мне кажется, сюда нам нужно попасть. О, сумочка. Чикуль, ты же сюда не зайдешь? А кажется, она и сюда идет. А у меня патрончики кончились. Это не круто. А я сумочку хочу еще взять. Все, пушка зарядилась. Можно не бояться... Чикулю. По-моему, она сюда. Нет, она сюда заходит. Получай. Скотобаза куриная. Не дает мне нормально почитать, что там написано. Так, ладно, мы туда вернемся еще. Сверху кухни находимся мы. Здесь у нас что? О, еще одна комната. Это что такое? Пропуск, кажется. Сейчас мы его возьмем. Только сперва сохранимся. Как мы с тобой знаем, когда есть в маленькой комнате сохранение, это говорит, что сейчас начнется фарш. Че, пойдем, короче, брать. Пойдем брать. Нажимаем кнопку, и у нас теперь допуск 6 уровня должен быть. Это же шикарно, просто чума. Пропуск охраны. Фредди, ты меня слышишь? Я в ловушке. Чика нашла меня. И здесь есть только одна защитная дверь. Какая досада. Но у меня есть хорошие новости. Похоже, с помощью этой консоли можно воспользоваться системой онлайн-доставки пиццы Фазбор. Чё? Как это может быть? Чика обожает пиццу. Точно, Чика же обжора. Обжора. Так, воспользуемся этой кнопкой. Компьютер пиццебота. Добро пожаловать в виртуальную систему быстрой доставки мегапиццаплексов Фредди Фосбора. Поздравляем, вы выиграли бесплатное премиум улучшение. Могут взиматься дополнительные сборы. Давайте начнем. Ну давай начнем. Теперь вы управляете одним из наших квалифицированных ботов пиццы Айло. Следуйте инструкциям в левой части экрана, чтобы приготовить великолепную вкуснейшую пиццу. Готов. Что делать? Добавить соус нужно. Идем. О, тут написано соус. Добавляем же, значит, соус. Впихивай туда, впихивай в пиццу, срочно, там Чика у меня уже. Вон, у меня, кстати, идет таймер питания двери. Теперь пора добавить сыр. Ням. Сыр. Где у нас сыр? Надо найти сыр. Где сыр? Это что, это мясо? Там мясо. Где сыр-то долбанный? Блин, я запутался, отойди. Сыр, вот он, сыр. Отлично, делаем сыр. Ну, точнее, как делаем? Сыпем его сюда. Давай, шустрей. Настрогали сырка. Готово? Давай что-то добавим еще чего-то. Наверное, пепперони каких-нибудь, да? Блин, из-за Чики перебились комментарии, я не понял, что еще добавить. Но надеюсь, что пепперони. Так, я правильно сделал? Теперь пора добавить пресловутое что-то там. Пресловутое мясо, может быть, она имела в виду. Вот это мид. Ну-ка, давай добавим. Или, может быть, не мид. Что теперь? Я правильно все сделал? Время печь. Духовка бы идеально подошла. Фух, кажется, я ничего не упустил. Ставим, значит, пиццу. Там сумочка справа была. Кстати.
Пицца уехала? Печем. Надеюсь, Чика с своим обонянием быстро учует пиццу и прибежит. Так, берем. Чудесно! Чтобы обеспечить безопасную своевременную доставку, наш сверхсовременный отслеживатель пиццы позволяет доставить пиццу вам домой или по месту пребывания. Могут взиматься дополнительные сборы. Как обычно. Так, и что? И чё? О! Здорово. Она унюхала пиццу. Нифига себе, она бота сожрала вместе с пиццей. Ваша пицца доставлена. Пожалуйста, оцените нашу работу. Вечеринка с пиццей. Достижение доступно. Так, все, сохраняемся еще раз на пожарный случай. Заряжаем батарейку в фонарике и бежим отсюда. Так, допуск 6 уровня. Это, конечно, хорошо. Может, тут еще что есть? Ничего нету. Так, выходим. Где-то она тут хомячит. Ладно, фиг с ней. Пускай хомячит, не будем отвлекать ее от трапезы. А мы спускаемся вниз. Нафига мне 6-й допуск, я, конечно, не понимаю, что я еще должен мы открывать. Но, видимо, какие-то двери есть. Так, подожди. Это что у нас? Это серверная. Вроде как. Похоже на серверную. Оп. Тут где-то питается. Задание обновлено. Найти управление погрузочной площадкой. Ух ты! Где-то здесь погрузочная площадка, значит, у нас, да? Но сперва нужно сумку взять. Я здесь видел сумку. И не нарваться на Чику. Пока она там трапезничает. Вон она хавает. Хавает пиццу. А где сумка-то лежала-то, блин? Сумка, сумари, где же ты у нас? Где-то он тут лежал, блин. Возле печи. Вон она сумка. Тут есть даже кнопка какая-то, смотри. Трэш. Кнопка, предназначенная для мусора. Ну, ё-моё. Пока она там убежала. Давай, да хватай. Да хватай ты сумку. Пока она нас не видит, она в обход пошла. Так. Все, нам теперь нужно погрузочную. Постой немножечко. Поджарили мозги Чикули. Отпусти меня. Не трогай меня своими грязными, потными руками. Железяка. Так. Блин, Чика. Подумай о своем поведении. А я побежал. Погрузка, погрузка. О, погрузка. Вот, я нашел. Кажется, я нашел. Погрузочная часть. А, ну эту кнопку мы видели. А как сюда попасть-то? Смотри, здесь вот нарисовано, что только для аниматроников можно пройти. Для Фредди и Чики. То есть мне нужен Фред. А что за сообщение мы там подобрали? Инструкция по эксплуатации пресса. Соблюдайте осторожность. Первое. Заполните пресс для мусора. Подайте питание на двигатель пресса. Нажав кнопку в кухонной кладовой, идите вдоль кабеля. Нажмите кнопку активации, подвешенную перед прессом. Внимание! Прежде чем перейти к шагу 3, убедитесь, что все сотрудники и боты находятся на достаточном расстоянии от пресса. Блин! Может быть, мы сюда, ну, в пресс, я имею в виду, можем загнать Чику и распрессовать ее? Нужно понять, где находится пресс, а генератор с прессом мы как-то уже запускали. Короче, вот он, этот пресс. Мне каким-то образом нужно сюда заманить Чикулю, видимо. Кстати, а почему бы и нет? Да попробуем ее сюда заманить. Чика, 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 брика. Так, вот он я. Чика, ты где? Вот она сзади меня. Отлично. Сейчас попробуем ее в пресс. Иди сюда. Чикуля, чикуля, я здесь. Чика, чика, брика, иди сюда. Так, отлично, еще разок мне. Так, я тут. Иди ко мне прямо в пресс. Прямо в пресс иди. Я здесь. Зайдешь сюда ко мне? В гости. Чика. Блин. Куда ты делась? Чика, я здесь. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Она сюда не заходит почему-то. Она боится, она знает, что сюда нельзя. Засала, засала, да? Иди сюда, иди ко мне. Иди, я вот тут, я вот тут. Иди, 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 иди. Ну же, ну пройди же. Вот, руки протяни. Ладно, вот так вот сделаем. И нажмем. Чего? Мне нужно как-то заманить Чику в пресс. Ну да. Пиццу, пиццу, пиццу положить. Слушай, точно. А, вот, задание, точно. Мы же читали, что Чика любит секретную смесь Монти, и нам нужно ее найти. И написано, что она где-то в боулинг-боне. Ее туда спрятали. Ну что, мы в самом центре. Пицца Флекс. И нужно найти кегель. Кегли, короче, нужны. Чика какая-то фигня. Эль Чипс. Там вот непонятно, что такое. Вон там что, супер... Старкейт. Ага.
Что-то какой-то фаз кард. Боввел, Бонни Боввел. В боулинге Бонни. А подожди, боулинг Бонни, это, наверное, вот это вот. Бонни Боввел. Нам надо на третий этаж подняться. Благо, тут теперь все эскалаторы открыты. Беспрепятственно можем ходить туда-сюда. Это прям вообще балдежно. И вон он, значит, боулинг. Да, надо подтягивать знания английского языка. Блин, а здесь ваучер тоже нужен. Да чтоб их всех нафиг. У меня низкий заряд. Может, ты меня так пропустишь, а? По-братски. Так, я вылазю. Черт, я не могу туда пролезть. А, нет, я прошел. Я каким-то макаром прошел, прикинь. Так, ну допустим. Спасибо, Фред. А без ваучера пролез. Вот он, боулинг. Пойдем-ка сохранимся. Я надеюсь, что я игру не сломаю, тем самым. Просто в прошлый раз, когда я пытался без ваучера пройти, там как бы невидимая стенка была, и меня в лифт не пускали, или в проход какой-то. А тут я, получается, когда вылез из Фредди, я эту невидимую стенку преодолел и спокойно сюда попал. По заданию было написано, что секретная смесь, она где-то с замороженным. Сейчас я найду эту штуку. Вот, спрячьте смесь. Что тут было написано? Переместите все запасы секретной смеси Монти в хранилище для мороженого, которое находится за Кегельбаном. Так что погнали. Будем искать это мороженое. А там уже, наверное, разберемся. Кегельбан, блин, где его искать-то? Кегельбан, он обычно там, где кегли выставляет. То есть за ним. А подожди, вот кафе. Айскрим, пожалуйста. Так. Нам бы туда как-то попасть за стойку. Что, что, кто-то там что-то кидает, ломает. Вот мы за стойкой. Девочки, роботы, которые раздают мороженку. Надеюсь, они мне ничего сделать не смогут. Вроде бы тут ничего нету. Пойдем, значит, сюда. Холодильная установка есть? Не видно пока. Опа, сумка. Может, здесь что-то про смесь будет написано? Сейчас узнаем. Проверка безопасности. Внимание работников кухни. Отдел запчастей обслуживания опасается, что Чика может получить серьезные повреждения, если попадет в пресс для мусора. Всегда проверяйте пресс для мусора перед использованием. Запрещается использовать пресс для мусора для утилизации пиццы, объектов со вкусом пиццы или материалов с запахом пиццы, особенно секретной смеси Монти. В противном случае стоимость замены Чики будет удержана из вашей заработной платы. О, подарок. Я думал, что-нибудь про смесь будет написано, что они перепрятали ее куда-нибудь в секретное место. Какой-нибудь там сейф или еще что. Секретная смесь Монти? Серьезно? Используйте секретную смесь Монти в прессе для мусора. А как же холодильник и все такое? Да, ну ладно. Все оказалось довольно проще, чем я думал. Сейчас я тут еще поброжу, посмотрю. Уверен, тут еще что-нибудь есть. Вниз куда-то можно спуститься. А, подарок. Золотой Монти. На площадке боулинга нашел сумочку еще одну. Пойдем почитаем, что тут написано. Журнал ОБСЛ PQ1. Журнал обслуживания. Где-то в здании находится автомат с игрой Princess Quest 1. О, о нем, кстати, в комментариях и писали. Настоящий игровой автомат. Наверное, разрабы сделали его на базе той старой игры для мобильников. Но зачем было портировать ее на автомат? Это вопрос. Ясно, будем искать эти автоматы. Возможно, они даже тут есть. А можно взять шары и поиграть в боулинг, например, вон кегли стоят. Жалко, что нельзя страйк выбить. Охранник тоже, смотри, вылупился и думает, блин, как бы мне страйк выбить. А, тут кегли-то закрыты. Так ж не выбьешь ты страйк, чудик. О, Фредди, здорово, ты меня тут ждешь, да? Так, обратно. А смотри, тут невидимая стена, я обратно не могу пролезть. Но хорошо, что Фредди здесь. Давай, использовать. А, все. Я сломал игру, а игра сломала мне прохождение. Так, я все-таки забрался во Фредди. Шикарно. Меня выпустили. Ух! Спасибо, Фред. Так, а погоди, этот чувачок с ваучером куда-то исчез. Смотри, его тут больше нету. Забавно. Ну ладно, значит, один ваучер у меня останется в подарок. Так, а с Фредди, пожалуй, надо вылезти, а то он сейчас бомбанет, у него заряд низкий. Так, значит, теперь мы идем вниз. А где тут спуститься-то можно? И мажем эту смесь в прессе, чтобы заманить туда Чику. Все, мы на месте. Вместе с Фредди идем мазать пресс этой смесью. Так, давай-ка мы, Фредди, тебя вот здесь вот оставим, чтобы, если что, тебя пресс не задел.
Я туда сам слазю. Так, пойдем. Пойдем. Где там что мазать-то надо? Мне покажет? Скажет где? Так, я не понял. Куда мазать-то? Куда смесь мазать? Ёкарный. Сюда что? А, вот точно. Поставьте смесь здесь. Окей. Поставили. Чика. Чикинкари. Ты где? Чикулечка. Надо, чтобы меня охранник поймал, чтобы она появилась. Блин, не пугайте меня так. Ох, все, сейчас она прибежит. Так, бежим, 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 бежим. Да отстань, отстань, отстань. Вот не до тебя сейчас, не до тебя, не до тебя. Чикуля, где ты? Чика-чика-брики. Так, я сейчас сяду здесь, у пульта. Может, ее как-то прям туда заманить? Чикуля, я здесь. Смотри, я здесь, я бегу сюда. А там смесь же. Смотри, смесь. Ты будешь смесь? Она посмотрела на смесь и убежала. Тупица. Ну точно, курица. Что еще я могу сказать про тебя? Чика, иди смесь хавай, блин. Давай-ка я во Фредди залезу, чтобы ей поспокойнее было. Чикуля. Милая моя, розовенькая девчуля. Смотри, тут что есть. Вообще ей пофиг. Не реагирует. Может, мне все-таки надо кнопку нажать? Давай мы сейчас подкрадемся сюда и нажмем кнопку. Может, это как-то сработает? О, получилось, кажется. Боже мой. О, да. Черт, твою ж налево. Ой-ой-ой. Ха, ей пофиг, она продолжила хавать. Фредди, может, ты поможешь мне? Нифига себе, жесткий. Вот это да, Гриша, не ожидала тебя. Ничего себе. Глаза, а, нет, рот. Рот надо было у нее забрать. Глаза вылупились, как из яйца. Ой, это плохо. Это плохо, то, что она меня за собой потащила. Новое задание. Так. Давай почитаем, что там по заданиям сперва. Проникнуть в канализацию, забрать голосовой модуль Чики и сбежать. Окей. Я надеюсь, что она все. А, того. И больше она нам ничего не сделает. Забираем модуль. Клюв Чики. Не скажу зла. Получил достижение. Вон сохранялка есть. Сейчас мы сохранимся. Да, досталось тебе. Досталось, конечно. Розовенькая моя пантера. Кстати, в комментариях писали многие, что на экзоскелет натянут мех. Но вот здесь мы с тобой прекрасно видим, что это не мех, а пластик даже какой-то. Может быть, в предыдущих играх они были, конечно, и меховыми, но здесь они пластиковые. А я иду сохраняться. Что ж, я думаю, что на этом все, на этой кульминационной ноте, но не финальной. Те, кто досмотрел этот ролик до конца, 31 декабря, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья в новом году и всех земных благ. Ну а если тебе понравился этот ролик, то не забудь поставить мне лайк, поздравить меня тоже с Новым годом и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых роликов, на которых мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что до встречи, с наступающим Новым годом.